Учитель и ученики. В Национальном художественном музее открылась выставка картин Павла Масленникова. Она проходит в рамках празднования столетия со дня рождения художника. В экспозиции пейзажи, написанные в период конца 40-х, начала 90-х прошлого века. Всего порядка 30 полотен ретроспектив. Почерк мастера отличают мягкие линии и неторопливый ритм колористических переходов. Кроме авторских, на выставке картины и учеников художника. Особенностью этой выставки является то, что здесь зритель может увидеть не только эпохальные, знаковые работы, которые выставлялись на многих экспозициях ранее, печатались во многих изданиях, но также увидеть и маленькие этюды, шедевры, на мой взгляд, которые нам любезно предоставили из семьи художников. То есть здесь открывается разный Масленников. С одной стороны, он эпический, монументальный, а с другой стороны, он очень лирический и философский художник.